этот месяц стал испытанием характера и силы воли для молодой спортсменки. Бороться Кристине Карикян пришлось не только с сильными соперницами, но и с болью. Полученная в прошлом году травма колена до сих пор дает о себе знать. С порванной связкой Кристина участвовала в чемпионате мира по самбо и взяла 3-е место, после чего ей сделали операцию, и до апреля спортсменка восстанавливалась. Даже при такой травме она уже пыталась участвовать в первенстве России с выходом на мир. Выиграла все встречи, но по штрафным она вылетела. Вот. Но прошел какой-то период, мы стали больше закачивать это колено, работать над этим. Вот. И она выиграла такие серьезные соревнования, как первенство молодежи России. Этот турнир проходил в Пензе с 15 по 17 июля, а с 24 по 27 Кристина принимала участие в чемпионате ЮФО по дзюдо. Стиснув зубы, она старалась выложиться на турнирах по полной. Применение болевого приема, активность нападений и защите в итоге принесли свои результаты. 2 золотые медали теперь в копилке спортсменки и сборной команды Краснодарского края. Приходилось через боль как бы бороться. Я добивалась цели, чтобы выиграть эти соревнования, чтобы команде какие-то баллы были в отчет. Также мы выиграли командные соревнования. Сейчас Кристина готовится к чемпионату России по дзюдо. Он пройдет с 10 по 15 сентября в Ханты-Мансийске. Удачное выступление на этом турнире позволит молодой спортсменке войти в состав сборной России и набрать очки для того, чтобы в будущем сражаться уже на Олимпийских играх. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.